Всем вас, а пацаны, с вами Отрицало, это новый ролик рубрики проверки пабликов. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А играть я буду с топовым приватным читом Интериум. Приобрести вы его можете по ссылочке в описании. Также там есть все мои конфиги. Но для тех, кто здесь впервые, объясню, в чем суть рубрики. Я захожу на паблик с читом, играю палевно, чтобы админ вызвал меня на проверку. Ну а там уже пытаюсь не спалиться, что у меня есть читы. В этом ролике мне попались очень интересные и веселые админы. Таких я еще админов, честно говоря, не видел. И последние админы меня очень странно спалили. Ну что ж, не буду долго затягивать. Переходим к кролику. Пуки в шарфе. Чё, они меня банят вот и баном? На сервере вообще-то админ есть. Алло, какой вот и бан? Чё? Меня админ может проверить. Бля, это просто, пацаны, это такой угар, вообще жесть. Там на сервере был админ, и меня типы просто взяли, забанили вот и баном. Я вот не пойму, в чем лень админа просто взять и вызвать на проверку типа. Фу-ху, наконец-то. Первая проверка за день, пацаны. Анхука им чит. Не погнали на проверочку. Алло. Ты кто? Давай дым. Что? Дымку давай. Ты кто, блядь? Мне интересно, кто ты. Дымку. А мне интересно, кто ты. Я сейчас кину, и ты забань. Тебе надо это? Нет, подожди, ты админ? Нет. А чё? В смысле нет? Давай, дым. Ты меня вызвал на проверку. И чё? Да? Ну а, да. Ну все, окей. А чё за клики были? Какие клики? Че, ты вырубал? Какие клики? Не было кликов никаких. Ну, тебе давай, померечилось, ба. Походу. Да, CSGO зайди. А почему у вас такой профиль веселый? Рейнс какой он, давай. Ходи, это вы? Ходи. Это вы на аватарке? А, вы срете еще, да? Вы срете, говорю, нет? Нет, я не сру. Так написано, сру не мешать. Вы, получается, срете сейчас, да? Стой. Что? Да я тут скачиваю Sandelo Checker пока. Сейчас. А как мне ее скачать? Через Яндексы. Яндексы? Ну, у тебя есть Chrome, там скачу. А, через Яндекс, сейчас. Как там, Sandelo Checker, да? Да, Sandelo Checker. Ага, нашел, да, вижу. Открывать, да? Да, открывай. Ладно, сейчас. Ой, вредоносный файл какой-то. В любом случае запускать, да? Алло. В любом случае, да-да, блядь, далее нажми. Зачем вы орете на меня? Да я не кричу. Запустить, да? Алло. Полбу не дало. Нет, а вам? Мне-то нет. И мне тоже. Так, и что дальше? Начать поиск нажми. Сейчас, давайте видео досмотрим вот это вот. Да не, оно ничего. Почему? Да это бан, чё там написано? Где, вот это бан? Да. А да. За что? Скинченджер. Какой скинченджер? У меня нет скинченджера. Ты чё, дядь? Не, я ничего не знаю. В смысле ты ничего не знаешь? У меня нет читов. Чего? Ты чё, гонишь, что ли? Это да. Вообще, их нет даже на... Их нет здесь, понимаешь? Миша. Видишь? Их здесь нет. Зайди. Зайди в корзину. У меня нет ее. Нет, она у тебя. Найди. Где здесь корзина? На поиск нажми. Ну вот. Я же говорю, нет у меня корзины, нет у меня этих папок, я их не удалял. Чё дальше? Чё дальше, бан? Почему? Не знаю, у тебя там папки четыре. Да блядь, я тебе говорю, у меня нет этих папок. Ты понимаешь, они здесь только в программе в твоей в этой отображаются. Ну они были. Ну и неизвестно, когда они были, понимаешь? Они были вообще давно. Понимаешь ты? Причем тут написано, дающий превосходство, который при проверке фейк папки. Здесь даже папок нет. Рофл папки. Это даже не рофл папка, понимаешь, чел? Почему? Смотри, как читы, просто остаются как читы. И что? Читы же написано. И что? Ты видишь, я захожу, блять. Это мы даже если бы это не заметили бы, все равно, понимаешь? Ты меня за это хочешь забанить? Да, вроде да. Ты что, с ума сошел, мужик? Да нет. По-моему, да. У тебя крышняк уехал, по-моему, нет? Да не, мне лень. Чё, лень, я тебе говорю без читов, дай мне поиграть на вашем сервере. За пруфы, что без читов? Ну ты же проверил, у меня ничего нет. Какие пруфы? Ну вон там читы написаны. Так нет их, ты видишь здесь читы, блядь, пиздец ты на приколе. Папка 4. Нет папки, нет, понимаешь, нет, здесь просто написано чит и читы. Я нажимаю, здесь ничего не открывается. Блин, пацаны, это реально что-то очень душный какой-то админ. Если он меня хочет забанить за эту папку, окей, даже не буду с ним спорить. Но это просто глупо слишком, банить за эту папку. Быстрый доступ. Быстрый доступ, парни. И что? Эпоса. А? Ну ладно, бан. Бан? За что? Эй, чит. Ну я шо, жалобу кинь там. Ну окей, жалобу кину. Давай, пока. Я не знаю, пацаны, прав этот админ или нет, но если у них вышло такое новое правило, то по факту он прав. Но я не знаю, можно ли это расценивать как рофл папки, потому что это не выглядит как рофл папки на самом деле. Да.
О, бан, пацаны, нормально, с кайфом просто поиграл. Ну а спонсор этого видео — мои соцсети. Это Telegram, группа ВКонтакте и Discord. В Дискорде мы иногда сидим, общаемся, также вы можете найти там единомышленников, с которыми можно будет поиграть с читами в CS. Также можете поделиться своими конфигами и просто пообщаться. В ТГ-канале выходят розыгрыши, анонсы, всякие кружочки, фоточки и немного моей личной жизни. Короче, того, чего нет на Ютубе. Ну а группа ВКонтакте — просто группа ВКонтакте. Поэтому переходите, пацаны, и подписывайтесь. Ну а мы переходим к ролику. Чё, пацаны, всего 2 кило сделали, на проверку вызвали, нифига себе, нормально. Ну погнали на проверку, чё ещё делать? Алло, давай. Здравствуйте, здравствуйте. Что, собственно, произошло? Давай, отключи это. Что, собственно, произошло, я спрашиваю, товарищ администратор? Вас подозревает ям, и там, вы очень странно играете. Очень странно, да, играю? Ну, сейчас включу тогда, подождите секундочку, сейчас. Так, ну вот. У вас 2 монитора, и 1. 2. Так, давай открою на втором. Что на втором? Сейчас. Если я на первом ничего. Так, что у тебя на втором? Особо ничего интересного нет. А что за верхнее приложение? Какое? Это да. Бустер пинга, чтобы пинг не лагал. А ты что-то типа снимаешь, как я вижу? Да нет, это вообще не мой комп. Мы вдвоем с братом одним компом пользуемся. Если даже ты не используешь читы, но хоть твой брат использует... За это я все равно понят, я тебе так скажу. Ну, я понимаю, да, но я не знаю, вроде я не использовал читы сейчас. А что, было что-то подозрительное? Ну, 2 момента. Один смог, когда я типа спокойно стоял, у меня не было, по-моему, у меня даже инфы не было. Чисто мы напарники прошли. Ты мне просто идеально в голову даешь. Потом на миду в одну голову и вторую голову. Ну понятно, но это так залетело просто на рандоме, я не знаю, так получилось. А что у тебя в снизу, где вот это не ярлык, а типа крыша домика? Я еще не помню. Но, не типа, понял, справа, где? Справа самое первое. Вот самое это? Первое. Нет, самое первое. Справа самое первое. Вот чуть-чуть левее. Где типа, где рядом с звуком? Не кукол, а рядом с звуком. А звук? Слева. Слева. Нет, слева. У меня звук не самого. Нет, рядом с звуком. Я не понял, где. Рядом с значком звука. Вот это? Слева. Нет, слева от него. Не понимаю. Сейчас... Я не знаю, куда зайти. Вот сюда. Я тебя скину. А, это я видел, вот здесь такое есть. Вот сюда, да, нажать? Нет. А куда, сюда? Там сразу. Сейчас за свои приколки... Не, у меня нет приколов. Я не понимаю реально, куда надо зайти. Выйди с времени. Вот. Сразу же там показывается, типа, стрелочка вверх, снизу. Я не вижу здесь ее. Так, сейчас я со своей приколы. Я не прикалываюсь, я реально не вижу ничего. Я реально ее не вижу. У меня ее нет здесь. Прям такую, такой нет прям. А, вот сюда, что ли? Да. Что открыть? Диспетчер сюда еще. А как открыть его? Просто открываешь. А я не знаю, где он. Где его найти? Ты можешь просто поиск написать. Диспетчер задач. Вот здесь написать, да, диспетчер задач? Так, сейчас со своей прикола я на отвечусь, бан. Я не понимаю, куда надо. Вот сюда? А, в поиск. Нет. В поиск именно Google, да? Сейчас. Нет, слева. Вот здесь, да? Слева. Я слева, снизу. 8 способов открыть диспетчер задач, да? Сюда? Нажмите Ctrl плюс Shift. Ctrl, Shift и это что? Самая верхняя кнопка. Тут еще какие-то способы. Давай лучше видео посмотрим, как открыть. Я сейчас одного челика позову. Не, мы сейчас видео быстро посмотрим, как открыть. И я посмотрю, пойму, как открыть, и мы откроем. Быстро сейчас посмотрим, сейчас. Сейчас. Это недолго видео идет. Алло, да, здравствуйте. Вот, и пишите диспетчер задач. Сейчас, вот я вот здесь писал, сейчас. А, не тут, вот тут. Скопирую сейчас. Вот это, да, открыть? Вот, да, нажимай. Нажал. Заходи в производительность, мониторинг ресурсов. Нет, где? Нет, ниже, да, вот тут. Потом, давай, граф, ищи у него. Тут может быть, ну, давай, основник, либо выполняем. Сделаю побольше. Так, что ты делаешь? Побольше сделал. Так, что у тебя тут? Нифига не видно, а как обычно. Короче, знаешь что? Я тебе скину одно приложение. Mm-hmm. Скачай, она без вирусов. Могу также скинуть, как я прячу через антивирус. Я просто скину приложение, и все. Что ты сделал? Смотри, какой длинный диспетчер. Она без вирусов, могу показать через антивирус, могу проверить. Да не, я вам верю, вы вроде честный админ. Смотри, программу, точнее папку можешь перекидывать на рабочий стол, папку. Опа, Аврора, смотри, вон. Где? Аврора. Вот,
Куда ты ее пролистываешь? Вон она. Где? Куда? Вниз! Вон она! Алло, стой! Вот, вот, вот. Не вижу я. Алло. Алло, алло, вот. Это разве это? Аврора? После я первый раз слышу его. А, это плагин. Фабфильтр это плагин такой. Тогда просто скинь название. Сейчас, подожди. Сейчас, скин. Только мне надо быстрее, ребята, потому что меня хавать надо. Да, мне да, борщ да. надо хавать. Хорошо, меня зовут хорошо, уже. Хорошо. Мне полбу бьют пять меня, минут. Если я не ем борщ. Пять минут. Мне говорят, тарелку на голову наденем, если ты не съешь. Ну, жалко тебя. Вот, да, Аврора, да. Приватный чит для CSGO. Братан, ну ты шо? Так это плагин. Видишь, здесь... Фаб-фильтр, где стоит, где он? Вот. Оно в папке плагина. Можешь, пожалуйста, скинуть СЗ? Пожалуйста. Скинуть. Так просто напиши Аврора и все, Аврора, напиши в гугле. У тебя сразу же первое это будет. Аврора CSGO, напиши Аврора CSGO. У тебя будет. У меня какой-то... Еврова. У меня какая-то... Я нихуя не умею, короче. Дай угадаю, мувики записываешь? Нет. Мы с братом вдвоем комп мы пользуемся. Понял. Он мувики записывает, да? Ему 20, мне 14. И он снимает, я не знаю, может быть, он мувики записывает, я не разбираюсь. Ну ладно. Граф, ну ты будешь его дальше ковырять или что? Ну это... Эти это уже чит, типа, уже бан. За нахождение на компьютере читов это бан. Ну вот, как получается. Ну я не знаю, вы сами решайте, но это плагин на самом деле, пацаны. Ну хорошо, давай дальше еще поищем, да? У тебя же есть еще время? Ну, 2 минуты 3 есть. Ну все, давай тогда дальше еще тебя поищем. Ихслодых? Сейчас иду. Это чит. Ихслодых, это чит. Мне надо хавать борщ. Да не надо. Меня сейчас окунут в тарелку, говорят. Вкусно. Ну у меня читов нет, я не знаю, я могу поиграть еще на вашем паблике. Да есть у тебя чит. Да есть у тебя чит. Ну, если он не выходил, можешь включить экранную клавиатуру? Да нет, на это сейчас не работает экранная клавиатура. Да? Уже не работает? У меня минута осталась, меня заставляют хавать. Я не хочу, меня просят, мне нужно похавать. Ну, Крафт, ну давай, ну скидывай свои конченые программки. Во-первых, это я скинул две программы, которые которые вот это... Но мы же Аврору нашли. Ну вы можете меня за Аврору забанить, если вы хотите, на самом деле. Просто хорошо, я хавать хочу. Я не хочу хавать, меня заставляют просто. Хорошо, ну то есть у тебя выбора нет, да, ты как раб. Меня забанят? Да. За Аврору? Хавай, мы тут поразговариваем. Ну я пошел, но играть я не смогу, да, бан? Ну а мы тут... Смотри, если ты сейчас выйдешь, мы тебе даем, сколько ты будешь хавать? Не знаю, минут 20. Там большой борщ. Ага, тазик еще. Огромный. Скажу, да, ведрышко, ну вот. Там 2 литра борща. Ну вот это ты жестокий, конечно, куда тебе столько? Так я вешу 40 килограмм, я дистрофик. Ладно. Я 70 килограмм. Ну я поэтому и говорю, мне надо хавать борщ. 2 литра в день, минимум. Максимально неплохо. Ну короче, братан, выбирай. Либо мы тебя ждем, ты приходишь, либо ты сейчас бан получишь за Аврору. У меня после поиски... Ну если вы готовы меня 20-40 минут ждать, то я готов. Хорошо, ладно. Ну ты на сервер не заходишь, зайдешь на сервер, бан. Все, пока. Блин, пацаны, я не знаю уже, как от них уйти просто, потому что это админы, они тупо сидят на приколе, реально. Они просто сидят, общаются, то есть им не важно, сколько, чего у меня по времени. Я с ними проверяюсь уже очень долго, сейчас скажу сколько. 25 минут уже времени, то есть это я только проверяюсь с ними. Если я буду сидеть с ними еще минут 20, 30, 40, вы понимаете, я ролик просто растяну, там у меня будет час записи, я просто не смогу все это смонтировать. Что же, ладно, идем дальше. Пришлось получить бан за плагин, в принципе, за Аврору, пацаны, ну нормально, дефолт. Так, пацаны, короче, админ мне говорит, кидай дискорд, ты подозреваешься. Я говорю, кидай табличку, он говорит, таблички нет, типа, я не буду кидать, кидай так дискорд в чат. Ну чё, придется кидать дискорд в чат и идти с ним уже на проверку, тогда получается так, без таблички. Так, все, скинул я ему дискорд. На самом деле, пацаны, табличка это важная очень тема, потому что когда ты кидаешь дискорд в общий чат, его все видят, кто угодно может добавить в дискорд и вызвать на проверку. То есть это очень опасно, надо всегда именно у админа просить, чтобы он дал именно табличку, чтобы он в личку пришел. А вот и табличка, окей, все. Так, Дискорд, давайте, контакт. Здравствуйте. Здорово. Включи демонстрацию. Сейчас. Готово. Сейчас я скину тебе прогу, скачай ее.
А это надолго? Да нет. Что-то я, блядь, нахуй только на проверку зашел, уже срать захотел жестко, блядь. Вы подождете минут 10, я быстро схожу, посру и вернусь. Пластом прям. 10 минут? Ну да, либо мы просто быстренько проверимся, потому что реально придавило прям жестко на клапан. Погоди, ну-ка сразу перейди в YouTube. В какой именно, ну, этим, браузер? YouTube. Просто. Ну, у меня YouTube не скачан, именно через браузер надо на YouTube зайти. Через какой? У меня их два. Можно нажать на стрелочку возле звука? Куда? На стрелочку возле звука. Не пойму, о чем ты. Там снизу находится, на панели сейчас сдачи. Я в YouTube сначала зайду, я не могу два действия одновременно делать. Да-да-да, я так понял. Можешь в YouTube не заходить. Нажми на стрелочку. Зачем? Нужно. Для проверки. Это не относится к проверке? Ну, там же нет твоих личных данных, значит, мы ничего не нарушаем. Там есть мои личные данные. Например, там же не может быть личная переписка или фотки какие-нибудь личные. Там все что угодно может быть. Ладно, допустим, ну давай дальше проверяем. Так мне посрать-то можно или нет? Я ссылку кину. Если данные нужно из чата удалять. Сейчас 5 секунд. У тебя корзина есть? Корзина? Да. Что за корзина? Просто корзина. А что в что в ней в корзине? Ну есть. Ну смотря что в корзине. В смысле, ну, типа на компе или дома вообще где? В смысле, ты про что спрашиваешь? На компе. А, не знаю. Ну, на рабочем столе вроде нет. Посмотреть хочешь? Да, ты 100% отрицал. Ну, тут видно по прошлому ролику миф. Какой про миф? Свежесть. Миф про свежесть? Ну... Ты чё, миф захотел? Ошибки уже не повторяешь, да? Какие? С прошлых роликов. Какие ошибки? Миф? Сейчас, каких роликов, я не пойму. Ты о чем вообще говоришь, нахуй? Я на коньках катаюсь. Какие ролики, нахуй? Да-да-да, сейчас в YouTube зайду. А второй админ что молчит? Что, у него нет слов? Одни эмоции? Ты главный администратор. Нет, я просто смотрю, как проверяет мой админ. А, в этом прикол. А у тебя есть опера? Нет, вроде. А, можешь тогда... Я же говорю, у меня брат старший, типа он в компьютерном клубе, а я дома один нахожусь. Слева снизу нажми. Слева снизу. И напиши опера. Чё, где? Слева снизу возле Windows. А зачем? Для проверки. Проверить, нет ли у тебя в опере. Чего нет? В истории на читы. Нет, читов короче, там нет точно. У меня опера нет. Ну я говорю, веди снизу, слева снизу. Ну сейчас вот давай вот меня твой админ вот проверит. Сейчас вот мы посмотрим, что он в итоге скажет. Ладно, да. В апдату зайди. Можешь на сервер зайти, на сайт зайти и посмотреть. Да? Ну ладно. Апдат. Ну я зашел. Роуминг. Я в роуминге. SoundCloud. Поиски пиши. Ты чё, прикалываешься? Реально, блядь? Вон он, SoundCloud. Ты чё, реально прикалываешься? Да, всё. Ну всё, одно тут бан. Ты откуда меня знаешь? Да, тебя сразу узнать легко. Ты один ролик посмотришь. Сейчас я сижу на твоем ролике, смотрю, куда ты спрятал читы. Я тебе ещё вначале узнал, как ты зашёл. Как ты меня узнал? Как ты меня узнал по этому? Аватарку поменять надо. По компу вообще, как ты понял? Как ты из-за видоса вот этого вот? Не знаю, какого. Да. Я не про миф, я ещё про ОБС понял. У тебя снизу всё то же самое, как в последнем ролике. Бля. Ты палишься очень. Ладно, пацаны, давайте, удачи.